До черепно-мозговой травмы избил сожитель беременную девушку из Усть-Каменогорска. Жертва бытового насилия сняла побои и написала заявление в полицию. Домашний тиран заплатил штраф 20 тысяч тенге, отсидел трое суток и уехал из города. Этой истории несколько лет, однако теперь семейным дебоширам после поправок в законодательство так легко отделаться не удастся. Ирина Якунина изучила новые виды наказаний за семейно-бытовое насилие. Даша Корнева, мама чудесного малыша, известный блогер и мастер бьюти-индустрии. Несколько лет назад она подверглась насилию. Будучи беременной, Даша была избита своим сожителем. Закрытая черепно-мозговая и пробитая перепонка. Я как вспомню эти глаза, которые на меня смотрели и поднимали на меня руку. Там нет любви. В этих глазах нет ни капельки уважения. После очередного такого издевательства Даша сняла побои на видео и написала заявление на мужа тирана в полицию. После 4 судебных процессов он получил штраф 20 тысяч тенге и трое суток ареста. Тогда, вспоминает Даша, история в соцсетях буквально всколыхнула общественность. Ее поддерживали совершенно посторонние люди. Открытость стала для девушки защитой от тирана. Очень хорошо, что сейчас можно социально это как-то обозреть. Хорошо, что я про это не молчала. А когда ты социально можешь заявить про это, ты можешь сказать своей маме, своим друзьям, в соцсетях как-то об этом рассказать. В полицию пойти и заявление написать. Это уже большой шаг. И тогда абьюзер, тиран уедет из этого города, как было в моем случае. Уполномоченный по правам человека по Восточно-Казахстанской области Серик Мизанбеков уверен, новый закон защитит женщин и детей от любых проявлений в отношении насилия. Ведь за причинение среднего вреда здоровью насильнику грозит срок до 2 лет лишения свободы, за тяжкий вред от 3 до 8 лет тюрьмы, за педофилию и убийство малолетнего пожизненно. Если говорить о самых главных нововведениях, это криминализация бытового насилия и ужесточение наказания за преступления в отношении детей. Если ранее побои и умышленное причинение легкого здоровья относились к административным правонарушениям, то отныне введена уголовная ответственность. Введено лишение свободы за истязание жертвы, за незаконное лишение свободы и похищение несовершеннолетнего. Также ужесточены лишение свободы сроком от 5 до 15 лет. Телефоны доверия, кризисные центры, женские объединения и ассоциации готовы оказать любую помощь жертвам бытового и сексуального насилия. «Бьет не значит любит», говорят психологи и те, кто прошел через побои и унижения. Правозащитники уверены, данный закон о противодействии семейно-бытовому насилию станет важным шагом на пути к созданию безопасного общества и защитит женщин и детей от трагедии. Ирина Якунина, Ренат Джумагулов, Астана Таймс, Усть-Каменогорск.